Хочешь свадьбу, а он не торопится делать предложение? Застряли в статусе вечной невесты? Я Мустафина Ирина, практикующий женский психолог, выходила замуж 3 раза и научу тебя этому мастерству. Ставь лайк, подписывайся и запоминай. Заставить жениться на себе невозможно. Этот шаг совершает он. Чтобы заполучить предложение от мужчины, будьте женственны, нежны и обаятельны. Но главный секрет – дайте ему возможность добиться вас. Проще говоря, встречайтесь с мужчиной, проводите им время, но никогда, никогда не делайте того, что он хочет. Мужчина женится на той женщине, которая достается тяжелее всего. Будьте той недосягаемой мечтой, которую он не может себе позволить. Хочет, но не может. А вообще, если спустя год отношений он так и не сделал предложение, его не сделает никогда. Прекращайте тратить время. Лучшее, что вы можете сделать, это полюбить себя и стать лучше, чем вчера. Счастья, любви вам, мои дорогие. Пока.